Глава 6. Шейха отправили в Александрию. Хафиз ибн Абдул Хади пишет, шейх оставался в тюремном заключении в Александрии 8 месяцев. Это была башня, в ней чистая комната с двумя окнами, одно из которых с видом на Средиземное море. К нему приходили все, кто желал. Часто приходили известные и уважаемые люди. Ученые, фукаха, зачитывали перед ним книги, изучали различные вопросы, спрашивали фатвы, книга «Укут ад-Дуррия», страница 216. Близилась развязка египетских судебных процессов и козни Аль-Джашинкера и его шейха Аль-Манбаджи, сговорившихся с судьей Ибн Махлюфом Малики.